Добрый день, дорогие друзья! Вот мы сейчас находимся у Белогорского водохранилища. Помните, недавно всех нас взволновал пожар, дым от которого доходил аж до парка Львов-Тайган. Вон парк Львов-Тайган. А пожар был немножко поодаль. Это вот здесь земли бывшего совхоза Предгорья. Тут некогда были еще при Советском Союзе поля виноградника. Я помню себя еще мальчишкой. Это сейчас детей боятся заставить что-то сделать в школе, а мы всю вот первую четверть собирали виноград. И вот помню, как раз и на эти поля тоже выезжали. Прошло уже много лет, но, как мы с вами видим, до сих пор запустение и уныние на этих землях осталось. И вот теперь еще и все эти заросли, которые клетки с виноградом покрылись деревьями, кустами, теперь вот еще и сгорели. Что ж, друзья, все-таки будем оптимистами и верить, что когда-то эта земля тоже возродится и будет радовать своими дарами людей.